очень люблю свою родину. Сложилось так в моей жизни, что когда-то мы жили в Литве, потому что отец был военнослужащим. И когда распался Советский Союз, у меня был выбор – остаться в другом государстве или приехать жить в Россию. Но я очень хотела, чтобы мои дети жили на русской земле, чтобы они говорили на родном языке, и было принято решение вернуться сюда для того, чтобы жить на своей родной земле и воспитывать своих детей. Я очень люблю свою родину, и если потребуется моя жизнь, то, не задумываясь, я отдам ее за Россию. Я люблю свою Россию, и уезжать отсюда я не хочу. Для меня Россия – это все. Я не знаю, как вам сказать, патриот я или нет, но вот когда говорят, что за границу уезжают, да все, я бы никогда не поехала никуда. Для меня это родина, для меня это наша российская.